Добрый день! Готовлю сегодня пирожки-трубочки. Буду использовать ювка-тесто или фига-тесто и начинки. Начну с мясной начинки. У меня мясо индейки. Оно отварное, я нарезала. Поджарила красный лук до прозрачности. Немного чеснока, немного укропа. Добавлю еще немного перчика. У меня 2 ложки бульона. Даю постоять мясу с бульоном минут 10, чтобы мясо стало намного сочнее. Готовлю следующую начинку. Отварное мясо индейки. Добавляю пармезан. Немного чеснока. Свежего укропа. Немного орегано. Далее у меня сыр здесь сулугуня и сыр моцарелла. Сливочный сыр. Все это хорошо я сейчас перемешаю. Добавлю 20 мл сливок. Приступаем к следующей начинке. 2 сорта сыра. Сулугуня, моцарелла. Чеснок. Пармезан. Укроп. Сливочный сыр. Немного перчика черного. И щепотка орегано. 20-30 мл сливок. Буду готовить соус к нашим пирожкам-трубочкам. Добавила майонез, черенки укропа, чеснок. У меня пармезан, моцарелла и сулугуни. Добавляю йогурт. Сметану. Творожный сыр. Лимонный сок, перец. На соль я попробую. 3 сорта сыра, 2 из них соленые. Все сейчас я собью блендером. Начинки и соус у нас готовы. Начинка с мясом. Начиняю. Сворачиваю в трубочку. Конечки я смачиваю водой. Следующая начинка у меня сыр. Начинка у меня мясо с сыром. Я очень разочарована этим тестом фига, но такое хрупкое, хоть я его и мочила. Качество не очень хорошее. Смажу немного сливками. А перед тем, когда буду печь, тогда уже яйцом. Покрываю все яйцом. Все это идет в духовку на 180 градусов. Наши трубочки, пирожки готовы. Подавать я буду соусом. Вот такую вкусноту мы приготовили. Результатами я не очень сильно довольна. Тесто ювка было очень ломкое, но на вкус это не повлияло. Вам желаю всего доброго. Посмотрим, какие нам достались пирожочки, как они выглядят внутри. Такое сочное-сочное мясо у нас получилось. Горячее, много сыра и мяса. А здесь у нас один сыр. Да, на вид получилось блюдо, может, не очень красивым, но вкусным, а это главное. Всего хорошего!